установили, говорят, они ей посоветовали вот эту хуйню. Ну, короче, вот прямо от угла сюда, и вот так вот. Ну, там вымеришь по всей двери, короче, вот сделаешь там, ну, там, не знаю, сантиметром, блядь, там, ну, так, блядь, там, полтора-два ступишь, и просто отсюда вот маяки выставишь, да, по всей, короче, сверху, снизу, там, блядь, по бокам. Ты, короче, задалбливаешь, у тебя просто звукоизоляция, блядь, охуенная будет. И, ну, и зависит от твоей вот этой вот, которая вот здесь вот, короче. Ну, там резиночка должна быть. Ну, да, вот от твоей резиночки будет зависеть вся эта хуйня. И, короче, просто у тебя музыку просто ты дверь закрыл, а там такая стоит. Там ж никто нихуя ничего не делает. Да как там долбит, там долбит, там долбит. Ну, тебе пальцем просто. А ты там хлопнул, закрываешь. Здравствуйте. Данный совет не является рекомендацией к действию. Будьте осторожны. Все, давай, присел. Давай, мне. Счастливо. Все, давай. Спасибо за советы. Завтра я начну свежую голову буду пересматривать. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Че, дверь. Санитарит. О, отлично. Так, ни хрена себе. Аж 14 минут поснимали. Все-таки придется рендерить видео, потому что фотоаппарат каждые 12 лишних минут режет на отдельные файлы. Скорее всего, вы сегодня уже это не увидите, только увидите следующим днем. Ну, что могу сказать? Неплохой сосед, общительный, позитивный. Так, ну, рекомендации, я уже половину рекомендаций не помню. Блин, голова реально кипит. Сегодня ни хрена не выспался, плюс на работе задержался. Меня уже шатает. Пора будет завершаться. С вами было 20 сентября 2002. Всем счастливо. Пока.